Здрасте, здрасте, люди добрые. Последнее время много людей задают вопросы, показать видео, как выглядят яйца постельных клопов. Сейчас на данный момент мы приехали в квартиру, она зараженная, и я вам сейчас наглядно покажу, как они выглядят. Здесь уже цикл проживания уже месяца два, это точно. Так, вот получается, мы разобрали диван. Так вот выглядят яйца постельных клопов. Вот сидят сами матки. Вот они вот живые. Постельные клопы. Вот так выглядят яйца. Сейчас будем обрабатывать. Работаем в городе Красноярске, в Красноярском крае, на результат. Уничтожаем насекомых. Если у вас проблема, звоните, пишите. Телефон в описании будет. Будем помогать сейчас людям. Вот так выглядят яйца. Беленькие вот такие, видите?